Здравствуйте. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы от «Единой России» Оксана Пушкина навестила участника Великой Отечественной войны Анатолия Рожкова. Гостья пришла не с пустыми руками, вручила фронтовику мобильный телефон с безлимитным тарифом. Здесь все. Вы ничего не должны платить. Вы просто должны разговаривать. Здесь забито в телефоне все необходимые телефоны, которые вам вдруг понадобятся. Хорошо? А вы научите его? Все научим. А научить и разобраться помогла представитель Одинцовского молодежного центра Валентина Гольева. Анатолий Сергеевич Рожков родом из Пермского края, воевал, был водителем, а уже в послевоенные годы получил квартиру в Одинцовском округе. Анатолию Сергеевичу 93 года, старается не поддаваться возрасту. Читает гостям поэму наизусть знаменитого и любимого Теркина. Нет, ребята, что там орден? Не загадывая вдаль, я же сказал, что я не гордый. Я согласен на медаль. Телефоны с безлимитной связью участникам войны вручают в рамках масштабной акции «Мобильные бригады помощи». Она стартовала в августе по совместной инициативе партии «Единая Россия» и общественного движения «Волонтеры Победы». Благодаря этой работе более 3000 фронтовиков Подмосковья смогут всегда оставаться на связи. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».